Всем привет, это игра Mortal Kombat 1, 4 сезон вторжения. О, вот эту вот штучку надо заюзать. Увеличив защиту навсегда на 2 единицы. И вот я уже начинаю допроходить храм огня. Тут это закрытое место прямо внизу. Долго его искать не пришлось. Не знаю, есть ли там второе такое место. Играю я все так же за Жан-Клод Ван Дамма, то есть Джонни Кейджа, и со своим имба-талисманом, с помощью которого я всех шотаю. Да, но шотать получается не всегда. Блин, Джанет Кич почти на фул прокачана. Вот и все. Тут вроде бы сундучок закрытый. Надо будет потом еще ключики приобрести. Герас, Смоук. Надо слишком не затягивать. Fight. Сразу берешь так их раз и шотаешь. Правда, опыта дают за это мало, но ничего страшного. Так, а тут что? Скорпион. Все, есть. Джанет Кейдж полностью прокачана. Но я наверное расставлю все равно. Поиграю с ней. Она вроде бы самый новый камео персонаж, так. Неплохой, прикольный. Johnny Cage wins. Блин, тут еще и развилки какие-то.
Cage wins. Опачки. А вот и секрет. Сейчас посмотрим. Это получается раз, два, три. Как он тут называется? Подсказка Кризон. Проблема с волосами. Так, это открыл, не это. А вот Кризон, проблема с волосами, сделать фаталити Тани. Сделаем сейчас. Возьмем эту дурацкую Таню. Таня. А, кстати, прикол у Тани в том, что геймплей-то за нее нормальный. Только внешность какую-то вот непонятную. Так, где тут это? Какие у него классные ударчики есть. Сейчас посмотрим. Добивание. Так. Что нужно сделать? Настание прыжка. Назад, вниз, назад. Какой фатал? Блин. Мне нужно камайл Тани. Вниз. Назад, вниз и К. Вниз, назад, вниз и К. Близко. Есть. Вот и фаталити. Надеюсь, что там нужна была эта фаталка. Да, все. Секрет открывается. Понасовали они секретов даже вот в эти вот в доброходы. О, на Мелину. Сам-то геймплей за Таню вроде неплохой, но вот эта вот внешка ее непонятная. Какую-нибудь бы маску на нее надеть. Так, а этот закрытый, да, еще? Блин, я уж все эти потратил почти. О, прикольно. Облик на Хавика. Так, а если я сделаю вот так? Не прикольно. Написано, что храм уже пройден на 100%. Так вот, где я оказался? Меня перекинуло. Я стал нажимать, чтобы попасть к этому. К продавцу.
Слушай, мне кажется, что еще вот здесь нужно. Да, вот еще здесь не пройденное. Какого черта они пишут, что там не пройдено? Если тут не пройдено. Блин, тут еще и башня. Аж целых 4 этажа. Девятый левел Джонни Кейджа, блин, еще целых 5,5 левела до капа. Так, сейчас, по-моему, будет 3 противника. Один шот если, второй шот если. Так, ну и финальный. О, вот это, кстати, прикольный костюмчик на Мелину. У нее там, получается, волосы немного по-другому, прическа, и на Куанчи тоже дали. Так, все, да, получается? Да, вроде все. Тут все пройдено. Надеюсь, там больше нету. Как иногда бывает. Какое-нибудь еще второе. Надо продавца бы найти, чтобы мне ключи прикупить. Блин, вон продавец, только на меня напали. Сейчас я быстренько шотну.
Вот он, продавец. Правда, мне сейчас надо лучше заюзать эти штуки. Ключики берем. Так, ну вроде бы тут все, да? Хоть там и пишут, что... Вроде бы больше никуда нельзя идти. Так, ну ладно. Допустим. Храм огня тоже пройден на 100%. Теперь идем в колонию Таркатан. Так, а где там? В начале, что ли, было? Я вот не помню уже. Так, это к боссу вроде. Где тут закрытая часть-то вот? Была, что-то прям не помню. Так, а здесь вот сундучок был справа. Вот она, наконец-то. Ворота найдены. Давайте уже проходить. По-быстренькому допройдем. Рейден, блин, там еще впереди башня какая-то. Finish him. Yeah, bring it. Johnny Cage wins.
Башенка. Сейчас просто даже за победу талисман заряжает свой заряд. Даже если ты ничего не делаешь, там никаких там фаталити, бруталити, он просто... Когда побеждаешь врага, то талисман плюс один заряд. Наверное, это один из самых легких моих допароходов. В предыдущих сезонах там было посложнее. Блин, сколько здесь противников, а? Когда нескончаемая башня. Теперь еще три противника. Шотайся. Второй. Третий. Нет, третий не шотнулся. Все, наконец-то финальный. О, 30-й ранг, странно. Далее ранг Джонни Кейдж, а облик далее Кенши. Да, кстати, неплохой. Генерал Шао. А, это за башню дали облики. Точно, что я туплю. Так, а сколько получается тут было? 7 уровней в башне. Большая. Fight.
finish him. Yeah, bring it. Johnny Cage wins. Опа, сундучок закрытый. Так, Синдел, Смоук. И все вроде, да? Больше тут же нету закрытых мест. Ну да, вроде нету. Давайте глянем место. 100%. Хотя не всегда точно пишут, но вроде бы. Да. Колонию Таркатан и храм огня я допрошел. В храме огня там секретка еще была с фаталкой Тани. Видео буду пока что на этом завершать. Осталось мне вот допройти фестиваль в Сунь-До и крепостной вал. Но эти вроде... Они не слишком запутаны, особенно вот фестиваль в Сунь-До, она там почти линейная. Ладно, если понравилось, ставьте пальцы вверх. Можете также подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока, продолжение следует.